Stop right there. You're on Pripyat Bradford turf now. What? Where? You must be new here, huh? A tourist? What's your name? Yeah, I'm a tourist. My name is Igor. What's going on? Bradford runs this place. That's what's going on. And you will obey the rules, Igor the tourist. I told you to return to the UK, Igor, but I see you didn't listen. There's no telling if you'll end up on the side of the heroes or the rats. Listen, I never sold anyone out. Someone sent me a picture of Tatiana, and I saw her in my dreams. She called out for me to find her. You're a goddamn liar. She would never. No, you don't belong here. Can't you see that? Can't you feel it? Doesn't it haunt your dreams? It's really bizarre to see you claiming something that doesn't belong to you. If only you knew. Именно там, где она пропала 30 лет назад. Все пошло не так. У нас безвыходная ситуация. На нас охотятся. Оливер последний из моих друзей, оставшихся в живых. Он считает меня сумасшедшим. Он думает, что Татьяна никогда не существовала. Я докажу, что он не прав. Я докажу всем, что они ошибаются. Но сначала мне нужно вернуться в наше укрытие. Внимание, внимание, уважаемые товарищи! Городской совет... Руки вверх. Ты тут? Это супер важно. Привет. Кто это?
Это я, суперсекретный агент. Разве мы не должны залечь на некоторое время? Да, мы залежем на дно очень глубоко. Но это суперклассная возможность и все такое. Мы типа атакуем компьютерную систему НАР. Не переживай, я знаю все о подобных вещах. Это не то, ради чего я здесь, Михаил. Я просто хочу... Да-да-да, ты ищешь свою девушку и все такое, я прав? Вот я и думаю, что на этих компьютерах могут быть файлы, а не... Ну, если ты так говоришь... Я знал, что ты выберешь верно. Иди к Оку Москвы. Я расскажу все подробности и все такое. Михаил, конец связи. Так ты собираешься пойти и помочь Михаилу? Верно. Послушай, я не уверен, что он суперсекретный агент, за которого себя выдают. Похоже, он хочет, чтобы ты помог ему взломать какой-то сервер НАР. Срыв их операции может помочь нам завершить миссию и, надеюсь, сбежать. Но если ты спросишь меня, это слишком большой риск, чтобы доверять этому человеку. Ты прав. Я думаю, проигнорировать его просьбу. По крайней мере, я постараюсь быть очень осторожным. Ух ты! Ты принял свои лекарства. Звучит почти вменяемо. Пожалуйста, Оливер. Еще кое-что. Я хочу, чтобы ты взял это. Пистолет? Я ученый, а не... Каждый мужчина должен уметь стрелять из пистолета. Я дам тебе несколько уроков, как только ты к нему привыкнешь. Он пришел за мной! Если будете сопротивляться, мы откроем огонь. На землю! Руки вверх! Вы арестованы. Бежать! Не вздумай шевелиться! Спасибо, спасибо, спасибо. Мне надо отдышаться и бежать. Ты продолжай. Что имеешь в виду, что это моя вина? Если ты такой хороший водила, то едь сюда и забери меня. А мне что делать до этого? Мудак!
Здесь женщину. Она танцовщица и скрипачка. Длинные черные волосы. Татьяна, моя невеста. Нет. Ты уверен, что хорошо себя чувствуешь? В любом случае, нам нужно добраться до сервера НАР. Грузовик с ноутбуком может быть здесь в любую минуту. Сервер? Хочешь, чтобы я взломал его? О, а вот и грузовик. Стартуем нашу миссию. Если ты сможешь взломать один из их компьютеров, мы также сможем заполучить и их крутые куртки. Звучит как план. Свяжись со мной, как только получишь доступ. Здравствуй. Ты новенький? Новенький? Ага, новичок на районе. Это вряд ли. Я переехал сюда в 85-м. Квартира была только закончена. Думал, что останусь здесь навсегда. Все сложилось не так уж хорошо. 1985 – это 3, 5, больше 10 лет. Это значит, что ты местный. Братва Припяти держится вместе. Давай тусоваться иногда. Особенно, если тебе нравится хороший самогон. У меня тут есть кое-что на продажу. Я ищу свою невесту. Вот ее фото. Нет, здесь не так много девушек. И я бы хотел, чтобы были. У тебя есть девушка, брат? Бомбезно! Ты что-то сказал про торговлю? Что у тебя есть? Не знаю. Ты не знаешь? Да. Я продаю коробки с добычей. Не открывал. Не знаю, что внутри. Коробки с добычей? Это вообще законно? Да. Честный бизнес, братвы. Настоящая уличная сделка. Сделка проста. Одна порция еды за одну коробку с добычей. Одна коробка в день. Потому что ты мой брат, я дам тебе одну бесплатную коробку с добычей. Только для тебя. Вот, держи. Только не говори никому. До скорого. Пока, брат. Все понятно, агент? Хорошо. Теперь двигай сюда. Прямо здесь есть что-то вроде башни Wi-Fi. Согласно руководству, мы должны использовать ее, чтобы... Руководство? Ты откуда это читаешь? Это руководство по суперагентам. В нем говорится, что можно передать только одну команду, прежде чем система безопасности обнаружит ее. Так что не ходи кругами, просто сотри все данные. Ты уверен, что все продумал? У антенны должна быть сильная охрана. Ни за что! Пути назад уже нет. У меня установлена взрывчатка по сезону. Я просто подорву тут все. Давай! Подожди, Михаил. Будь осторожен. Правильно. Я буду очень аккуратен.
У меня детонатор! Вы все сгорите! Что за хрень? Что нам делать? Мы не можем рисковать. Давай захватим его сейчас же. Михаил, ты там в порядке? Да. Просто не заходи внутрь. Здесь супер опасно. Похоже, что бомба была внутри этого здания. Я уже подорвал бочки. Что ты наделал? Это же радиоактивные отходы. Да, лучше подожди. Пока пыль не ляжется. У меня кружится голова просто от взгляда на все это. Просто сотри все на этих серверах, ладно? В руководстве говорится, что вы можете передать только одну команду, прежде чем система безопасности обнаружит вас. Так что не ходи кругами. Просто сотри все данные. Вот и все. Все стерто. Эй, Оливер. Есть ли что-нибудь, что ты еще хотел бы сделать? Если хочешь выжить в зоне боевых действий, ты должен тренировать навык стрельбы. Могу дать тебе несколько направлений, но на это потребуются твои силы и время. Я с тобой нянчиться не буду. Окей, давай сделаем это. Приготовься и следуй за мной. Окей, вот как мы поступим. Начнешь стрелять по моей команде. Я дал тебе 5 пуль. Вот 5 целей. Каждый выстрел на счету. Готов? Огонь! Время прицеливания держи локоть. Сфокусируйся на мушке, пока она не выровняется с прицелом. Разве стрельба от бедра не будет быстрее? Только если ты действительно не хочешь попасть куда-нибудь. Жизнь — это не вестерн-фильм. Ты должен целиться. Хм, у тебя вроде все хорошо. Итак, что насчет твоей меткости? Достойное выступление. Даже лучше, чем я ожидал.
Игорь, поднимись. Алло. Привет. Михаил, я здесь. Мне нужна помощь. У меня компания. Только держись. Солдаты подходят. Я собираюсь подорвать еще одну бомбу. Нет, Михаил, нет. Ты это видел? База Дуга загорелась. Боюсь, что это сделал Михаил. Тот парень? Столько всего для того, чтобы оставаться в тени. Но я же говорил тебе не доверять ему. Он застрял в том здании, где я его оставил. Ему нужна помощь. Ты же не собираешься пытаться достать его, верно? Не будь таким безрассудным. Скорее всего, он уже мертв. Но он может быть еще жив. Я готов выдвигаться. Давай выходить. Михаил, мы должны... Это все в моей голове.
тебя помню. Ты же... Ты... ангел. Я брошу все праведный огонь на слуг дьявола. И посеяли семена отчаяния. Теперь ты пожнешь их. Возьми. Уничтожь цветы. Что ты имеешь в виду, Михаил? Какие цветы? Мы в опасности. Мы уже здесь, позади тебя. Сделал. Зачем? Просто сделал. Непонятно, зачем. Просто зачем? Ты проклят. Ты проклят! Старый грязный костюм. Пускай все это... Типа... Супер нехорошо. Извини за этот беспредел. Думаю, с меня достаточно. Я слаб и все такое. Сага, ты понял. Я скоро уйду на небеса, друг. Спаси себя, сын. У меня есть место и возможность вытащить тебя. Я открою портал. Не сбейся с пути. Это чудо! Наверное, судьба соединила наши пути. Я не подведу тебя, друг! Игорь. Да, да. Спасибо, Оливер. Спасибо. Ну, увидимся в укрытии. Спасибо, друг. Если бы не ты, этот яд бы меня доконал. Переживай, друг. Я уверен, ты бы сделал на моем месте то же самое. Конечно, бы сделал. Хотя бы для того, чтобы позлить генерала Нар. Ты действительно хочешь забраться Нар под кожу? Ну, разбивать их шлемы изнутри было бы намного эффективнее. Возможно, я только закончу начальную школу, но мне не нужно быть доктором в каждой области, как те умники из Нар, чтобы знать, что правильно, а что нет. И то, что они замышляют, это очень неправильно. Я оставлю тебя с этим. Береги себя, друг.